92 года прошло со дня смерти Владимира Ильича Ленина. У самого известного самарского памятника революционеру собралось около сотни людей. Короткий митинг закончился возложением цветов. Подобные акции прошли и в других городах области. Участие в них приняло более 1000 человек. Припорошенная снегом площадь революции вновь окрасилась в родной для нее кумачевый цвет. Самарские коммунисты и все, кому дорого имя Владимира Ленина, пришли почтить его память. Со дня смерти вождя мирового пролетариата прошло 92 года. Идеи его живут. Это был великий человек, великий гений всего человечества. И не только вот просто человек умер, а умер действительно гений, но мы его последователи, мы чтим, почитаем вот его именно идеи, они продолжают жить. На площади собралось около сотни людей. Все они добрым словом вспоминают своего кумира. Короткий митинг заканчивается возложением цветов к памятнику основателя советского государства. Самару и Владимира Ленина связывает не только народная память, но и факты его биографии. Именно здесь он начал свою профессиональную и революционную деятельность. Здесь Владимир Ильич Ленин у нас становился как революционер. Он 4 года провел здесь в Самаре, создавал кружки, здесь вот работал на площади в суде. Поэтому мы гордимся тем, что у нас Владимир Ильич Ленин начинал здесь свою революционную практику. Памятные возложения цветов прошли по всей области. Участие в них приняло более 1000 человек. Кирилл Козин, Михаил Смирнов, Новости губернии.